А что поломали? Его выдергивали отсюда. Выдергивали? Что, этот, что ли? TikTok? Вот это корда. Нет. Это YouTube и TikTok. Это у нас кордак. Чисто кордак. Чисто кордак. Казахбайский. Чисто бараний кордак. Да, на праздник. Семь. Это шеф-повара наши. Она ищет шагаду пластмассу. Вот это я буду все есть один. Серьезно? Как будто бы. Да. Серьезно? Раньше так старики сами ели, да? Один баран поместился сюда? Стой. У меня находится ничего тебе верхний баскунчак. Это шеф пришел. Стручковый, я взял острый стручковый. Да. Куда ты стал ложить, потому что ты этот, дети же будут кушать. Да, кто-то острый не любит. Кого-то изжога. Вот изжога от баранина плохо, да? Да. Много есть, многие есть не будут. Когда особенно ешь без гарнира, без ничего, вообще очень сильно. У нас хорошо это попадает. Да. Изжога. У нас без баранины изжога. Да, поешь, у нас без баранины изжога точно. Когда не поешь, изжога начинается. Вот это сила. На самом деле, да. Как подавать, а? Как хотите прям, можно прям казан, пошли, пацан. Я имею в виду. Нет. Картошку отдельно? Или... Не знаю, картошку вообще надо будет. Твич, канал на Твиче. Отдельно, да, положи, то ли, да? Ты хочешь положить. Это, отдельно, да? Да, да? Стримишь, бабки кидаешь же. Ну, а, донаты что ли? Донаты, да. Чужого же. Рустам. Салам кинь всем. С праздником. Рахмет, дорогие боссы. Всех поздравь. Че, ты не звезд не жив? Да, дочек, да. Сладкая. Поздравь с праздником. С праздником священного Ураза Байрам. Всех мусульман поздравляем. Что это так-то? Давай. Уже 5 секунд нету. Это у нас вот так. Шарай каргарай. Вот это у нас сейчас будет шашлык. Давай, давай сюда. Шах-шах. А, конечно. Это мой доход. Всем не нравится. Ты снимаешь, не нравится. Не снимаешь, не нравится. Да, говорю, всем снимаешь. Не в YouTube. Да и можно и туда, и сюда, без разницы. Одно видео свое же. Я же харам ничего не сниму, правильно? Ты салам передавал всем с праздником, поздравил? Не говорил ты. Разве не говорил? С праздником всем, всех мусульман. Все, пошли дальше. Мы заходим в мечеть. Баскунчакская мечеть наша. Дальше не будем снимать, тут намаз читают, ребята.